Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Еламай, мой очередной ролик. Значит, я хочу рассказать мою очередную правдивую историю, то, что со мной прошло и за последний год. Значит, я вошла в компанию, которая называется G1E, Global One Entertainment. Американская компания, посмотрела красивые картинки, закрыла, ушла, сказала моему спонсору большое спасибо. До свидания, все хорошо. За этот год я вложила сотни, да, до тысячи, может быть, чуть больше долларов и училась у лучших лидеров, которые как-то связаны с наукой изобилия, с наукой денег, с наукой, как вырастить себя как миллионер. И я собираюсь этим выйти, поэтому я отложила все и сказала, я хочу знать, как это делается. Вот. Пошла учиться, проучилась полгода, и потом на этом тренинге было очень ясно и понятно сказано. Для того, чтобы вы были миллионерами, надо первое написать то, что вы хотите. То есть, что у вас в планах. У меня в планах было, допустим, стать миллионером. И было сказано, что если вы написали в планах и ничего для этого не делаете, то есть это есть только один способ, или вам кто-то, может быть, даст какое-то поместье, или вы выиграете в лото. Ну, вы знаете, что... Окей, дай Бог, чтобы у вас это случилось, но это не так быстро случается. Вот. Есть другая опция. Надо искать такие возможности, такие бизнесы, которые говорят о миллионах, которые люди, которые руководят этим, они миллионеры, то есть они уже... до этого дошли. Почему? Потому что они вас могут научить, как это сделать, то есть или у них есть какие-то инструменты. Вот. А сотрудничество с людьми, у которых высокое сознание миллионеров, и там быть для того, чтобы открыть эту возможность. То есть, если вы сегодня зарабатываете 200 долларов и хотите зарабатывать 1000, потом 5000, потом миллионеров, вам нужно идти в такую компанию, где есть один дупликация, два, это сотрудничество с лидерами правильное, которые думают так, как вы, третье, компания, которая создает миллионы, и четвертое, что у них есть продукт, которым всем надо. Вот это четыре аспекта. И когда я это все прошла, все это осознала, я вдруг вспомнила, что у меня есть компания, которая и говорит о миллионах, и продукт, который всем востребован и всем этим занимается. Мой спонсор, миллионер, уже несколько лет, руководят компанией миллионеры. И я открыла, быстренько, быстренько забежала в компанию Global One Entertainment. Короче, многие знают, это G1E. Побежала. И когда открыла, я что там была, не знаю как, Бог мне помог, потому что прошел год, я открыла и смотрю, 281 человек записался в моей правой ноге. То есть левая нога, я ее не развиваю. Мало того, открылись другие государства. Мало того, я постепенно познакомлюсь с лидерами. Многие лидеры, которые туда записались, они находятся в моей ноге. Звоню быстро Борису и говорю, Борис, у меня около 300 человек там уже набралось. Я говорю, да, плюс государство, плюс люди, плюс... Сделай ролик. Вот я делаю ролик. Что я вам хочу сказать? Что, как видно, всему свое время. Это первое. Второе. Для того, чтобы быть миллионером, надо дойти до этого сознания быть миллионером. То есть, другими словами, если вы хотите что-то заработать, и вы говорите... Я к вам обращаюсь и говорю, слушай, тут есть возможность быть миллионером. Вы говорите, нет, значит, вы не хотите быть миллионером. Проверьте себя. А если вы да, хотите быть миллионером, так вот эти четыре аспекта, о которых я раньше говорил, посмотрите снова ролик, это то, что дает вам возможность преуспеть. Ну, понятно, надо как-то еще что-то для этого сделать. То есть, само собой не делается, это вы, ваше знание и есть возможности. Другими словами, если есть возможность зайти в другой бизнес, который не говорит о миллионах, но там надо вложить, допустим, 3 доллара, и нету вокруг тебя таких людей, это не произойдет. А вот эти
четыре аспекта, о которых я говорю. Первое – это сознание, это окружение людей, кто руководит миллионер и продукт, которым всем это надо. Это четыре аспекта, самых главных для того, чтобы вы были миллионеры. Поэтому, если вы увидите этот ролик, и если у вас в планах написано «я хочу быть миллионером», это ваше место, потому что другого бизнеса, послушайте, все разные бизнесы, я в курсе дела, я лидер. Я получаю от всех людей разные возможности. Никто об этом не говорит, о миллионах, так как этот бизнес, потому что здесь растут миллионы, миллионеры, извините. Я вам желаю всего хорошего. И если пришло ваше время, я к вам обращаюсь, именно к вам. Если пришло ваше время, и вы чувствуете, что я вас где-то задела, очень возможно, что вы должны здесь быть. А если нет, я вам желаю всего хорошего. Придет ваше время. Мы родились, чтобы быть миллионерами. Я вам желаю всего хорошего. С вами была Илла Май.